Вообще через тебя переброшу, а? Да, конечно. Да, нет, ёбаный, ёбаный, ёбаный. Да. No kuidas on? Vibu laskmine väga raske ala. Laskmine oli keeruline. Ma sain liikuvale pihta, seisvale ei saanud. Läks sisse laskmisega aega natukene. Ei saanud aru, kuhu vibu laseb. Кто-то попадет, но это же будет просто... А туда вообще как читать? Ну, вот туда самое сложное, да. Так туда никто не попадает. Близко. Она не знает. Что-то же красиво очень, да. Фонарь целься. Копье. Ой, нет. И... Ну, это было тройной удар. Да, это всех убил. Целый ряд этих бойцов. Это лошади. Вода. Ну видишь, этот уже вообще бледный. А чё так сильно? Чё так сильно? Нормально. А, свои. Я могу Они все одинаково неудобные. Поэтому мы сделали специально одинаково. Я правда. No nii, kuidas koogid maitsevad? Ha? Kuidas maitseb? Maitseb? Niet, niet, niet! Ei lähe täna hästi, suve läks paremini. Kuidas nii? Ma ei tea, äkki külm. Ma olen vähe harjutanud pallid. Et ei saa päris nii, et üldse harjutada. Aga no. Aga mis on peamine? Mis on peamine siin? Osavõtt. Osavõtt on peamine. Ja sõpruskond. Paistab, et tore kaaslane on kaasas siin. Mida arvate siis? Mõnus. Jätsime lapsed koju, tulime kahekesi üritusele. Saab toredasti aega veeta. Nii, mis nüüd juhtus? Нет. Щит, хорошо. Дима. Прямой еще один. Дима, еще один качающий. Прямой. А можно мне не эту, она мне не Ну ты выбирать. Правильно, правильно. Металь так хорошая. Сразу сейчас эту одну надо будет забрать. Качающийся, давай. Ну ладно. Нет, следующий кто? Я. Молодца. Медленно качаем.
Очень близко. Можно на самом деле сбегать там с лома. А, пока еще никто не победил. Сейчас у нас прошло первые пробные броски и стреляния из лука. И пока что лидирует участник из Латвии. Это очень хорошо. У нас много разных участников, не только из Эстонии. Вот, сейчас начнутся бои на плаще, так называемый сам Хольмганг викингов. Он производился, это бой, спорный бой, в котором решалась правда. И бой проводился на большущем плаще, на мечах, конечно. И через полчаса программа продолжится уже. Вот, и мы наконец узнаем, кто же будет победителем во всем нашем соревновании. Вот. И кто бы имя? Я Максим Обликов, мы реконструкторы и руководитель клуба «Медвежья застава». Собственно, вот наши щиты. Вот наша эмблема. У нас можно узнать, мы являемся участниками во многих фестивалях, как в Эстонии, так и не в Эстонии. Бывали уже в Польше, в России, конечно, бывали, в Латвии тоже бывали. Надеемся поучаствовать еще где сможем. Вот. Всегда ждем новых участников и, конечно, сами создаем себе такую атмосферу, одеваемся и вот, занимаемся исторической реконструкцией эпохи викингов. Вот. Что вы думаете, это место? Викинги Текила. Да, Викинги Текила — это очень хорошее место для вот такого вот семейного отдыха, а также для реконструкторов, чтобы здесь провести какое-то свое мероприятие, как мы сегодня это сделали, либо просто приехать и вот в этом вот всем антураже красивом походить, погулять и просто поотдыхать, потому что, конечно, это как хобби, и это все для отдыха. А здесь в деревне всегда есть и сауны, и ресторан, и рыбу половить можно, это мы, конечно, все любим и обязательно сюда приезжаем и все это делаем. Вот.